Я не знаю, меня чувства переполняют, эмоции переполняют. И это то, о чем я думала. Это то, о чем я рассказывала. И то, что я видела год назад, попав в Россию 12 лет назад, попав в Россию, не была там 12 лет, и я чувствовала то же самое, что говорили эти актеры. Это прекрасный спектакль. Спасибо большое.